Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий возглавил божественную литургию в храме Преображения Господня в Люберцах. В службе приняли участие все благочинные Подольской епархии. Подробнее в нашем сюжете. Владыка Аксий решением Священного Синода 13 апреля 2021 года определен Преосвященным Подольским и Люберецким. С тех пор в округе богослужения архиепископа особенно ожидаются прихожанами. Более полусотни жителей Люберец собрались в храме Преображения Господня на архиерейскую божественную литургию. В воскресенье четвертой недели после Пасхи православные вспоминают историю об исцелении Христом расслабленного. 38 лет, согласно Евангелию, обездвиженный человек страдал от своей болезни. Но после встречи с Сыном Божьим парализованный избавился от недуга, встал, взял постель свою и пошел. И здесь, в небесе Божией, миште, посети виноград сей, и утверди его же насади. Десница твоя. Также 15 мая православными празднуется память святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Это первые святые, которых канонизировала русская церковь. Они не пожелали участвовать в междоусобной войне со своим старшим братом Святополком. Кротко приняли мученическую смерть и простили своих убийц. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.